Более 700 наименований товаров в одном месте. Миссия магазинов «Блокпост» с любовью к людям. Обеспечиваем всем необходимым для работы и отдыха. Это федеральная сеть. Уже открыто около 60 магазинов по всей стране. Теперь магазин «Блокпост» появился и в Рязани. Здесь действительно можно купить практически все для активного отдыха, работы и занятий спортом. Геннадий Коновалов стал одним из первых покупателей. Он ведет активный образ жизни, поэтому пройти мимо просто не мог. Велосипедом занимаюсь их. Вот сейчас скандинавской ходьбой начал заниматься. Смотрю, у вас тут даже есть палки для скандинавской ходьбы. Тоже интересно. Ну, интересно. Интересные цены и все сочетание всего и вся. То есть и спецодежда, и, смотрю, для спорта можно что-то подобрать, для активного отдыха. Так что здорово. Среди множества товаров для туризма, спецодежды, одежды для сотрудников полиции, охраны или медицинских организаций, промышленной сферы, рыбалки и туризма в магазине «Блокпост» представлен широкий ассортимент одежды для детей. Михаил Злобин пришел сюда с папой, но привлекла его внимание далеко не одежда, а витрина с пистолетами. Пневматические, тренировочные, чтобы как можно было тренироваться, выбивать пистолеты из рук. Ну, для разных целей. Здесь есть мишени, рации всякие. Ну и рогатки боевые, топоры, ножи, бинокли, очки. В ассортименте есть одежда как отечественных производителей, включая пошив на собственных фабриках, так и зарубежных производителей. Поэтому качество всегда высокое. Отдельно стоит сказать о товарах для охоты, рыбалки и туризма. Здесь можно приобрести полную экипировку, начиная с палатки и спального мешка и заканчивая посудой для похода. Резиновые сапоги, костюмы с флисовой ткани, которые не намокают, не продувается. В его комплект входит москитная сетка, обувь, термосумки, сувенирная продукция, термобелье. И это далеко не все. Ассортимент будет пополняться. Здесь довольно огромный ассортимент, большой, и очень много нужных вещей, даже мне как женщине. И обувь, и одежда, и какие-то, может быть, аксессуары посмотреть для дома. Вот что-то походное. Мы много путешествуем по мере необходимости на две страны, много городов проезжаем, и вещи, представленные в этом магазине, нам очень будут необходимы. В честь открытия магазина «Блокпост» в Рязани покупателям предоставили дополнительные скидки и 1000 бонусов на карту, которыми впоследствии можно будет оплатить до 20% покупки. Здесь действует дисконтная система, а также работает сайт, где можно заказать необходимый товар, если вдруг в магазине его не окажется. Вас ждут ежедневно по адресу улица Грибоедова, дом 14, магазин «Блокпост». Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город».